В Талдыкургане построят крупный мясокомбинат. Это будет совместное китайско-казахстанское предприятие. Проект с перспективой кластерного развития стоит около 15 миллионов долларов США. В него войдет откормочный комплекс на 3000 голов крупного рогатого скота, убойный цех и линия технологической разделки. Благодаря этому будет основана сеть сельхозкооперативов. Предприятие также поможет животноводам в приобретении скота и кормов. Строительство завода завершится к сентябрю текущего года. Сегодня состоялось подписание меморандума о совместной деятельности между руководством области и инвесторами. Сразу после этого бизнес-партнеры заложили капсулу в основание будущего здания мясокомбината. Мы очень рады работать с казахстанскими партнерами. Буквально за короткий период мы оформили все необходимые документы. В ходе строительства будет задействован инженерный состав специалистов из Китая. Но большинство строителей будут набираться из местного населения. Мясокомбинат обеспечит работой 1000 человек.